там, видимо, коньки. Здорово, как дела? Здравствуйте. Сели. Процесс идет довольно традиционным образом. Мы заявляем ходатайство, вполне обоснованные ходатайства. Мы просим вызвать свидетелей, мы просим базовой реализации наших прав, предусмотренных Гражданским кодексом. Нам отказывают вызвать всех свидетелей. Вы отлично помните, например, как единорос Сергей Неверов. А в своем иске Алишер Усманов требует опровергнуть мои слова о том, что он осуществляет цензуру в газете «Коммерсант». И мы требуем сейчас приобщить заявление самого Усманова о том, что он уволил Максима Ковальского и там еще одного сотрудника «Коммерсант» за их статьи. И вот это действительно очень интересно. Приобщит ли суд доказательства, которые прямо свидетельствуют о том, что Усманов делает эту цензуру или нет? Ну, посмотрим. Ну, судя по тому, как идет процесс, к сожалению, моя догадка в том, что он пройдет, так как и все аналогичные процессы были в Люблинском суде. Это действительно очень интересно. Приобщит ли суд доказательства, которые... То есть вообще ни одно наше ходатайство не было удовлетворено, поэтому я думаю, что маленькая вероятность этого. Но мы, тем не менее, мы будем настаивать. Спасибо.